Такую проверку на прочность выдержит не каждый пешеходный мост. Тем более, что в этой пролетной конструкции нет ни грамма бетона или металла. Но, по словам производителей, она с легкостью выдерживает многотонный груз. Наши пролетные строения спокойно могут выдержать вес нагруженного большегрузного грузовика, там КАМАЗа, например. Более того, этот мост даже не построен, а сшит из стекловолоконной ткани и пропитан смолой. Это так называемые композитные материалы. Их искусственно создали, а затем искусно соединили. Именно в этом цехе начинается уникальное производство. Стекло варят в раскаленных до 1000 градусов печах, после чего вытягивают в тончайшие волокна. Они и станут основой стекловолоконных нитей, а ткацкие станки сплетут их в стеклоткань. Процесс полностью автоматизирован, однако нити могут слететь или порваться, поэтому за умными машинами все равно нужен глаз да глаз. Следующий этап – нарезка пустотелых блоков. Именно они впоследствии заполнят внутреннее пространство композитного моста, сохранив его легковесность. Мост железобетонный будет весить там порядка 50-70 тонн. То есть такой же мост из стеклопластика будет весить там 5-10 тонн, да, то есть намного раз меньше. Каждый блок словно в мозаике займет внутри моста свое место. Задача оператора – придать деталям заранее продуманную инженерами форму с точностью до миллиметра. Затем блоки укладываются вот в эту деревянную матрицу, накрываются стеклотканью и пропитываются смолой. Всего за сутки смола склеит начинку, а главное, придаст ей твердость. Смола полимерной матрицы придает конструкции химстойкость, огнестойкость, какие-то, значит, стойкость к атмосфере, а жесткость. Таким образом, мост строят без единого болта и крепления, что значительно упрощает монтаж и позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Цельно монолитный, естественно, он изготавливается полностью на предприятии, и при подготовке на месте конструкции время монтажа составляет не более 3 часов. Но, пожалуй, главный плюс композитного моста, говорят производители, в его долговечности. В отличие от своих бетонных и металлических аналогов, он спокойно простоит 70 лет без единого ремонта. Особое покрытие защитит пролетную конструкцию от влаги, плесени, огня и химикатов. А значит, ей не страшна коррозия и, как следствие, трещины. Если мы сравниваем с железобетонными мостами, что стоимость квадратного метра у нас одинаковая, приблизительно 80, в районе 80 тысяч рублей, но ценность данного предложения состоит в том, что он не требует дополнительных затрат на содержание, эксплуатацию и ремонт. Сейчас большая часть мостов в стране железобетонные. Их начали строить с конца 19 века, и основные требования к ним не менялись. Плановый ремонт – это прежде всего окрашенное покрытие. Плановый ремонт включает в себя замена деформационных швов, они изнашиваются. Внимательно надо следить за опорными частями, замена асфальтобетонного покрытия и замена гидроизоляции. Она может занимать там, как от нескольких миллионов там, или десятков миллионов рублей. В советском ГОСТе инженеры прописали, что железобетонные мосты прослужат более 100 лет. Они явно не рассчитывали, что в 21 веке нагрузка на пролетные конструкции возрастет в разы, а также появятся новые особо едкие реагенты. Когда бетон начинает корродировать, разрушаться, остановить процесс это очень сложно. То есть это место надо прям смотреть, и оно увлечет за собой чуть ли не весь путепровод. Композитный мост, обещают производители, не придется даже красить. Защитное покрытие не только убережет его от внешних факторов, но и навсегда придаст конструкции единый цвет. Это вот как пластиковый какой-нибудь пенал, да, если сравнить, вот его сделали зеленым, и он всю свою жизнь будет зеленым. Вот, вы его не сможете там, не надо вам ни красить его, ничего. Да, если какие-то царапинки, она элементарно там зашкуривается. В заводской лаборатории проводятся сотни испытаний на прочность и надежность конструкций, прежде чем они отправятся к заказчикам. С помощью этого прибора инженеры устанавливают допустимую нагрузку на композиты. И уже сейчас с гордостью заявляют, что она в разы выше, чем у металла или бетона. Это разрывная испытательная машина, в которой устанавливаются образцы стеклопластика и разрываются. При разрыве снимаются удлинения, снимается прочность этих образцов. А эта точная мини-копия композитного моста вот уже полгода удерживает на себе 10-тонный груз. То есть на каждый квадратный метр буквально давят 2000 килограммов.
Нам это дает в первую очередь понимание конструктива моста, насколько он прогибается под определенной нагрузкой. То есть пешеходы, люди, которые ходят, идет прогиб моста, он не должен превысить определенный уровень. Впрочем, производители не скрывают, что технология не совсем нова. Композитные материалы давно зарекомендовали себя в строительстве. Например, бассейнов и даже целых зданий. Более того, во всем мире уже 20 лет строят мосты с использованием композитов. Но российские инженеры придумали более совершенный, по их словам, способ укладки и склейки материалов. В чем именно состоит уникальность, они умалчивают до получения патента. Но не скрывают, не обошлось без трудностей. Естественно, предприятие столкнулось с рядом трудностей по привлечению специалистов, опытных, молодых, перспективных. Есть отдельные там семинары выездные, но вот такого стабильного системного института не существует. Не обошлось и без административных барьеров. Устаревшие ГОСТы попросту не позволяли довести идею до ума. Помочь производителям вызвались в агентстве стратегических инициатив, наблюдательный совет которого возглавляет Владимир Путин. Эксперты сочли инновацию перспективной, а главное – полезной для страны. Самый главный вопрос – это то, чтобы вот такого рода технологии могли быть применены в дорожном строительстве, чтобы государственная экспертиза пропускала проекты с использованием композитных материалов. Может быть, позволит быстро решить вопросы именно безопасности дорожного движения. При этом каждый композитный мост уникален. Ему с легкостью можно придать любую дизайнерскую форму и даже сделать произведением искусства. Если прогнозы производителей сбудутся, композитные мосты уже в ближайшее время появятся на важнейших федеральных трассах и составят достойную конкуренцию традиционным строениям из стали и бетона.